А это фильтрационный блокпост силовиков, недалеко от передовой. Через него ежедневно курсируют автобусы и машины с оккупированной боевиками территории и обратно. Казалось бы, бойцов тут ничем не удивишь. Однако сегодня по пути в Мариуполь попался житель Донецка. Вот у нас ездят люди, одевают вот такую фигню, я по-другому не хочу выражаться, на украинский паспорт. Понимаете, чем позорят, во-первых, и Украину, и украинский паспорт. Почему-то здесь нету паспорта вот этого, а украинский. Обладатель этого чудо-документа называет себя гражданином Украины. Уверяет, купил такую обложку на паспорт, потому что другой не было. Пока оправдывается, милиционеры успевают проверить его страницу в соцсети. А там он открыто призывает убивать украинцев. Как можете объяснить? Вот это же ваши слова, ваши мысли. Это вы писали? Не ты писал? Ну, я так, поприкалываться. После допроса приверженца ДНР передали работникам СБУ. За сепаратизм ему грозит до 7 лет лишения свободы.